вы должны пройти ряд испытаний. Вы готовы к этому? Ну тогда предлагаем вам каждому сыграть выученное произведение и открыть одну букву. А что перед вами откроется, это пока секрет. Готовы? Все мы знаем и понимаем, как много требуется от солиста, который выходит на сцену, чтобы сыграть выученное произведение. Он будет один предметом внимания целого зала. Поэтому мы просим вас, уважаемые слушатели, не судить слишком строго наших юных музыкантов, а поддерживать их теплыми, дружными аплодисментами. Итак, мы начинаем. Я буду приглашать каждого учащегося на сцену. Итак, открывает наш концерт Никищенко Лиля. Класс преподавателя Васильевой Людмилы Ивановны. Пожалуйста. В ее исполнении прозвучит Гнесиный этюд и русская народная песня «Пастушок». Забыли о буквах, которые нужно открыть. Саша. Буковку открывай, Саша. Лиля. Где наша Лиля? Вот смотри, здесь. Открывайте. Открывай любую букву. По одной букве. Это касается всех остальных юных музыкантов. Итак, Часовских Лиза, ученица преподавателя Петехтиной Натальи Игоревны, исполнит две пьесы. Гнесина песня, Ковалевский полька.
Подставочку, Лизонька, убирай подставку в сторону, отодвинь ее. Ага. Ножки, ножки. Сорванская Оля исполнит
русскую народную песню «Веселый гусь» и русскую народную песню «Коровушку». Оля занимается в классе преподавателя Федоровой Татьяны Николаевны. Thank you.
Коваленко Вася приглашает на заставку. Вася занимается в классе преподавателя Тверских Виктории Станиславовны. Он исполнит две пьесы Соколовой «Пирожки» и «Баба Яга». Приглашается на сцену Добрева Соня. Соня занимается в классе преподавателя Рощупкиной Галины Ивановны. Вашему вниманию две пьесы. Гнесина – этюд. Гольден Вейзер – песенка. Пожалуйста. Thank you.
Аня Половинкина приглашается на сцену. Аня занимается в классе преподавателя Сдержиковой Светланы Николаевны. В исполнении Ани прозвучит пьеса Берковича «Вариации на тему русской народной песни «Высадули в огороде» и пьеса Абелева «В степи». Марина Николаевна, открывайте буковку.
похоже пианино на бегущую машину. Есть у них одна деталь под названием... Лиза, где открывай? Лиза, да ты посмотри. А? Нет, следующий не надо открывать. Ну ладно. Нервы не трепать. По одной загадке, по одной буковке. Последняя загадка осталась. 20 маленьких ребят на ступенечках стоят. Голоса, как на подбор, выступает детский хор. Что ж, перед вами открылось, читаем все вместе. Без музыки не проживу и дня. Это строка из стихотворения. Без музыки не проживу и дня. Она во мне, она вокруг меня. Мы ей за все спасибо говорим и, веря в торжество ее, творим. И сейчас, как вы творите все вместе, как вы умеете петь в хоре, мы хотим посмотреть. На сцене хор первого класса детской школы искусств имени Михаила Гавриловича Эрденко. Музыка Гаврилова, слова Алдонина, «Зеленые ботинки». Руководитель Салькова Марина Николаевна, концертмейстер Рябцева Елена Анатольевна. Самый торжественный момент нашего праздника. Все вместе мы произнесем клятву юного музыканта.
Как юный музыкант, сейчас я клятву дам торжественно при вас, что буду требования педагога сразу исполнять. Клянусь! Громче! Клянусь! Что буду заниматься каждый день, отбрасывать с моей дороги лень. Клянусь! Что буду первым по сольфеджио, возьмусь учить все гаммы и арпеджио. Клянусь! Я никогда не буду долго спать, возьму из музыки я много знаний. Я настоящим музыкантом стану, я хор не буду пропускать. Клянусь! Я никогда ничем другим не увлекусь, и в этом музыке... Клянусь! 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 Будем всегда стараться, лишь пятерки получать, педагога обещаю только радость доставлять. Сольфедж научит нас писать, скоро нас писать диктант. Хор и петь мы будем дружно, развивать свой талант. И пусть не будет рядом мама, играть усердно будем гаммы. И где бы ни пришлось нам жить,